Приветствую вас на моем канале «Готовим счастье дома». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом быстрого маринования огурчиков. Такие огурчики станут прекрасным дополнением вашего как каждодневного стола, так и праздничного. Итак, для начала берем обычные огурцы и отрезаем у них хвостики. Далее, чтобы огурцы хорошо промариновались и быстро, делаем на них насечки наискосок. Насечки необходимо делать как можно ближе друг к другу. Чем они будут чаще, тем лучше промаринуются огурцы. После того, как мы сделали надрезы на всех огурцах, хорошо их солим. И далее начинаем их хорошенько прокатывать, придавливая при этом к доске. Нам необходимо, чтобы огурцы пустили сок. Для того, чтобы это лучше происходило, их также можно вот так помять. Так они быстрее промаринуются и будут очень вкусными. После того, как мы все это проделали, нарезаем их на небольшие кусочки и перекладываем в глубокую миску. Для маринада я использую имбирь. Нарезаем имбирь на тонкие полосочки. Перекладываем нарезанный имбирь к огурцам и хорошо все перемешиваем. Теперь приготовим сам маринад. Для маринада я использую соевый соус, яблочный либо винный уксус, также немного тростникового сахара. Вместо тростникового сахара можно использовать и обычный. Перемешиваем хорошенько наш маринад, чтобы сахар максимально растворился. Далее, получившимся маринадом поливаем наши огурцы и снова их хорошенько перемешиваем, чтобы огурцы полностью окунулись в маринад. После этого накрываем нашу миску пленкой либо крышкой и отправляем в холодильник на пару часов. В идеале, конечно, отправить на ночь, тогда они получаются еще более вкусными. После этого достаем, перекладываем в миску и подаем к столу к любимому гарниру. У таких огурцов получается приятный, сладко-островатый вкус. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за просмотр!